и сообществ города Москвы. Установлен упрощенный порядок посадки зеленых насаждений на территории третьей категории, это дворовая территория. На основании заявок префектур административных округов и технических заключений Мосгоргиатреста. Данная работа позволяет обеспечить положительный баланс между количеством деревьев и кустарников, планируемых в посадке и погибших на территории нашего района. Для рассмотрения возможности посадок древесно-кустарниковой растительности на дворовых территориях района жителям необходимо зарегистрироваться и проголосовать на портале «Активный гражданин». В соответствии с постановлением правительства Москвы 743 ПП от 10.09.2002 года самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений запрещена, пункт 9.5.